Приветствую вас, геймеры, меня зовут Дмитрий, продолжаем играть в Bioshock 2 Ace. Итак, третья миссия. Что-то про артиллерийский огонь опять говорят нам, но не суть. Важно, 10 ходов опять, 3 звездочки. Аэродром-бункер. И еще удержать свой аэродром, но я думаю, что больших проблем тут не будет. С подлодкой вот вообще четко получилось. Бьем танк. Можно еще вплотную подойти. Еще атаковать. Ну и пехота, все равно вряд ли куда успеет, пусть она атакует. Вот эти позиции. А слушай, тут, кстати, есть еще какие-то вражеские месторождения. Их может тоже получится занять. Так, и у нас аэродром, оказывается, есть. Но пока не будем им пользоваться. Незачем. А, слушай, аэродром они могут занять. Там танки. Там танки, господа и дамы. Так что надо поддержку с воздуха как минимум оказать. Ой, у них еще дальнобойки есть. Ужас. Дикий ужас. Надо действовать резче. И что-то на подмогу бросить нашим союзникам. Ладно, давай вот эту пушку сюда тогда отведем. И что еще? Давай, наверное, вот этот танчик. Так. Надо пехоту добить уже. С пехотой не должно быть вообще проблем никаких. О, вот тот танк, который мы с вами наблюдали недавно. Генерал прям по курсу. Генерал на дальнобойке. Так что проблемы от него могут исходить. Ну и хрен с ним. Так, авиация. Радар вражеский глушит. Поэтому давай наваляем радару. А, ну тут дальше что-то, видимо, тоже что-то не пройти, но... Не знаю даже почему. Ладно, аэродром номер 2 захватим. Думаю, получится у нас чего-нибудь. Так, на заводе можно же приобрести танк МКВ-4. Нет, давай дона произведем. Было бы здорово. Союзникам нашим сейчас накостыляют, поэтому... Надо иметь в виду, что сейчас у нас будут неприятности небольшие. Аэродром они захватят. О, на минах слился противник. Но союзники очень тупят. Очень тупят. И это доставит нам проблем немало. Бьем по подлодке, захватим порт, чтобы уже не было неприятностей. Так, вот этим танком вот сюда зайдем. Сушка.
И все такое у нас есть. Тут можно производить чего-то, поэтому глупо было бы отказываться. Надо будет чего-нибудь произвести. Атакуем генерала. И мамонтом бьем. Плюс вторым танком. Все практически сгасили. Так. Ну тут тоже поддержку с воздуха особенно сильную не окажешь, поэтому тем, что есть, придется обходиться. Так, ну и еще один маленький танчик произведу и меняю ход. Еще один аэродром есть у них. Так, сейчас займут. И все, союзникам нашим крышка. А нет, слушай, наши союзники отбились. Отбились. Немножко. Так. По горной местности, к сожалению, плохо ехать, но ничего, сейчас мы справимся. Бьем по дальнобойному орудию. Так, мамонтом. Вот так заедем. Я догадывался, что тут будут какие-то неприятности. Строить ничего не можем пока, но нам и не надо. Сколько хп? 74. Давай, бей. Прокачка, прокачка запчастей очень классный эффект дает. Ребятки, поэтому... Поэтому-то у нас проблем и нет особенных. Вот такие вот дела. Так, давай-ка, наверное, способность на регенерацию сделаем. Три хода где-то нам осталось. И на ярость тоже сделаю. Меняем ход. Хотя, подожди, авиация. Авиацию подлодки. Пожалуй. Стоит. И все. Уничтожили вражеский флот. Артиллерийскую способность использовали, но танку нашему все нипочем. Вражеская дальнобойка уничтожила аэропорт. Так. Мамонт выдержит мины. Сможем ли мы? Не, не сможем. Так, а с этого... Блин. Мы сейчас опять можем потерять позицию. А, все, уничтожили дальнобойку. Слава тебе, Господи. Можно провести высадку десантную. Так. Дальнобойное орудие чуть-чуть подтягиваем. И здесь тоже чуть-чуть подтягиваем. В любом случае танку этому задница, так что... Надо иметь уже это в виду. Ладно, меняем ход. Авиация ничего не сделает. Ровным счетом. Дальнобойка по кораблю атаковала, поэтому проблем тут, думаю, серьезных нет. Антивоздушное орудие уничтожаем. Так, а вот эта вот авиация сможет у нас, нет? О, вот этой авиации можно спокойно бить по бункеру. Генерала начнем по чуть-чуть прессовать. Но мамонтом и... Вторым орудием вот так вот по бункеру. И все, победа. 6 ходов. На этом пока все.
С вами был Дмитрий. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте пальцы вверх. Всего доброго, увидимся в продолжении прохождения. Помните, что все самое интересное еще впереди. Давай.